Торгово-промышленная палата на территории Ленинского района была создана полтора года назад с целью объединить бизнес-сообщество муниципалитета. Тогда с такой инициативой выступили молодые предприниматели. Сегодня они поделились своим опытом со студентами. Рассказать и популяризировать предпринимательство, коммерческую деятельность, для того, чтобы ребята не боялись открывать свой бизнес, для того, чтобы некоторые вопросы, которые у них возникают, как открыть бизнес, что для этого нужно. Мы сегодня развеяли там некоторые мифы и рассказали, как это сделать. Предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся. Под таким названием прошел семинар для учащихся 2-го и 3-го курсов Московского регионального социально-экономического института. Эта программа была подготовлена областной торгово-промышленной палатой. В начале дискуссии ребятам предложили разобраться, какие качества присущи бизнесменам, а какие наемным работникам. Создаем сами себе некие описываем жизненные ситуации и пытаемся понять, кто же... как поведет себя предприниматель и как поведет себя непредприниматель, и кто же на самом деле каждый из нас и что ему ближе. Подобные мастер-классы проводятся во многих муниципальных образованиях Подмосковья. Любой опыт полезен для меня. То, что вы сегодня будете говорить, я буду внимательно слушать и принимать дальнейшее в своей жизни, если будет интересно. Встреча прошла в формате диалога. На все заданные вопросы студенты получили развернутые ответы. Молодые люди узнали, с чего стоит начинать свое дело и как реализовать идеи в бизнесе. Я учусь на факультете юриспруденции колледжа. Я думаю, что будет очень полезно. Во всяком случае, всегда хорошо узнавать что-то новое. В институте такой семинар состоялся впервые, но на базе учебного заведения уже давно проводятся деловые игры и другие мероприятия, посвященные основам бизнеса. Проводился так называемый брейн-ринг, КВН, знакомство. Наши педагоги знакомили наших студентов, что такое вообще коммерция. Что это такое, что оно из себя представляет. Это слово и вообще с чем они выходят из стен нашего вуза. В будущем сотрудничество между высшим учебным заведением и торгово-промышленной палатой планируется развивать. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.